Всем вассап, братва и сестры, также гости канала, с вами Алекс Бро, мы продолжаем проходить Revenger, делать открытие великих 100 концовок. В прошлой серии мы по Фрейду пошли по легким концовкам, устроили небольшую трешатину. Так, я уже меч взял, так, прыгай, так, ты ж, да прыгай, сволочь, я не поверю, что ты прыгать уже разучился. Ладно, пофиг, пошли наконец-то в эту сторону, лево, о, не пускают, тихо. Давай! Ты чё, на-на-на-на? Ах ты! Это-ра... Знаешь, вот ты меня обидел, тихо. Так, тихо, тебе не зарезать. Что я сказал, слышь? Ты гадость, да, ты. Я тебя буду рубать. На тебе, на-на-на-на-на. Зло я на тебе. Фу ты, блин. Алекс не пожалел сил на того приспешника. Он рубил его несколько дней, пока не осталось лишь в ужасе фиолетовой слизи. За что, Алекс? Да за то, что они меня убили. Откуда такая лютая ненависть к такому милому созданию? Ага, милому. Задира я, конечно, да. А как меня не пырнули, так это пофиг, понимаю. Ладно, дальше. 3 недели после того, как я попырнул. Так, 3 недели прошло, что у нас дальше? Алекс отомстил этому приспешнику, пусть и непонятно за что. И вернулся домой. Время новых приключений. Так, время новых приключений. Я помню, что на втором этаже замки что-то было интересно. Ладно, пошли в замок. Поднимемся на второй этаж. И глянем, что там было. Так. Вот так вот. Да ё-моё, запрыгивай. Так, аккуратно. Так. Так, на этот раз дымоход. Я не лезу, я сказал. Так, здорово, братан. Так, ладно, я возьму... Так, что тут у нас? Кошка есть? Тут что? Обнимашкин сдает тебе тайную силу любви, но запрещает проявлять насилие. Ага. Так, беру обнимашкинца. Так, ну чё, пойдем-ка, наверное, знаешь, что мы с тобой сделаем. Пойдем пристаем к королю, а? Я хочу обнять короля и хочу договориться по поводу того, чтобы он мне дал 3/10 земли. Ну, короче, мне трон отдал просто так и все. Эй, король! Я дарю тебе любовь. Алекс прыгнул в объятия короля и смачно его поцеловал. В зале повисла неловкая тишина, и никто не знал, что делать. Люди потихоньку начали покидать зал, чтобы дать монарху немного уединения. Король червей. Там-па-парам, любовничок. Хе, вот такое шалунья. Так, любовничек, ладно, давай хоть как-то попытаемся в порядку сделать. То есть для начала надо взять меч. Для начала взять меч и, наверное, пойти в торгажу грабануть его, типа, да? Алекс стал королевой, но это не значит, что он мог забросить работу героям. О, здрасте. Как я вам? Красивая, да? Да я знаю, что я красивая. Ну уже. Чего вы стесняетесь признаться в этом? Пам-парам. Мы идем наверх. За мечом. Идет война. Так, меч так далеко за ним идти. Так, принцесса, идем мы с тобой... Стой, там подсказка была или мне показалось? Да, там подсказка. Подсказки нужны, иди сюда. Есть подсказка. Так, подсказка... Так, испытание поединком. Поединком, да? Наверное, с дракону влезть надо, да? Я ж помню, что я к дракону доходил, но сейчас не это действие надо. Так, но чтобы дракону попасть, мне еще надо лопату хотя бы взять. Пампара, так, долетели. Вот тут миньоны. Так, магазин пуст, да? Ты уверен, что у тебя магазин пуст? Бабки гони, я сказал. На тебе ножичек, на тебе мечом пырну, а? Ишь, блин, пуст говорит. Продавцам живется тяжко, низкая зарплата, длинный рабочий день, вредные покупатели, которые ходят с мечом и убивают просто так. За денюшки. За маленькие денюшки. Там. Ну и что еще можно сказать? А, ну иногда врывает серийный убийца, вонзает тебе клинок и обчищает магазин. Эй, блин, ну ты здорово мне пожелать, а что я обнес только, я не понял. У него же он сказал, что он пуст. Что ему обнес? Я так и не понял.
5 месяцев спустя. Королева Алекс не снискал большого успеха, продавая награбленное, так что он решил поискать более приключенческие альтернативы. Так, приключенческие альтернативы. Пошли, наверное, сейчас сделаем. Без меча пойдем в одно место. Хочу нормально поизучить правую сторону. Так. Да ё-моё, чё ж ты нормально? Еще предмет не бр... Ты запрыгни, ты мать твою... Ты ж прыгаешь. Ты чё, я ничего не брал. Ты чё не прыгаешь нормально? Так, подожди, сейчас разбег. О, запрыгнул. Да, ё-моё, залазь. Ты чё, на приколе? Залазь, я кому говорю. О, залез, ну, молодец. Так, пошли без меча гулять. Пошли без меча гулять. Так, так. Обнимашкинс нужен будет. Обнимашкинс. Ладно, давай возьму его. Вдруг захочу кого-то пообнимать. Почему бы и нет? Пошли. Кота не хочу пока обнимать. Ой-ой-ой. Тоже вариант. Тоже вариант. Так. Тут еще копать надо. Тут у нас что? Осторожно. Пиранья. Эть. Да ёб твою налево. Запрыгивай. Да почему ты... Хорошо. Хорошо. Летим. Блин, подсказка аж там. Так, я с тобой обниматься не хочу. Да отстань ты. Ай! Иди сюда, я тебя обниму все-таки. Чё ж ты меня обижаешь? Эти глаза бусинки. Эти маленькие ножки. Королева Алекс не мог удержаться. Такие уж приспешники милые. К сожалению, они наносят ему серьезное повреждение при соприкосновении. Поэтому обнимашки были не самой лучшей идеей. Аллергия на милоту. Понимаю. Кто-то очень грубый и не любит обнимашек. Ну что ж, 10% уже концовок открыли, но это пока что легкие, которые легко можно понять. Дальше уж начнутся сложные. Так, не понял. Короче, кто-то там неделями провалялся в постели, восстанавливаясь после лютой аллергической реакции, но приспешники были такие милы. Это того стоило. А, все, нормально, мой персонажник. Так. Ладно, я хочу в подземелье сходить все-таки в гости. Так, мне нужно только... Че, лопата и, наверное, меч возьму, да? Так, пошли за лопатой и за мечом. Я думаю, больше мне это не пригодится. Так. Здорово. Привет, старейшина. Кстати, вариантов нет тебя, старейшина, я еще приду. Так, тут лопата. Лопату дай. Лопату, да, отлично. Запрыгивай. Копай. Картошку давай. Копай. Да ё-моё. Так, заброшенный мост. Копай. Блин, ну я, естественно, не долетаю. Так, стой. Аккуратно прыгаем. Проходим. Так, что тут у нас? Вентиляция. Логово дракона. Потому что каждому дракону нужен хороший приток кислорода, чтобы подпитывать пламя. Пожалуйста, не засоряйте его пронырливыми героями. Я богат! Я богат! Так. Драку... Я могу сделать сразу героический жест. Или залезть туда. Ладно, пошли. Неожиданно нападем. Эй, дракон! Да я тебя шатала в 3 раза. На тебе мечом по спиняке. Чё, блин? Кто тут батя, а? Кто тут батя? Лежать. Королева Алекс сразил дракона и завладел сокровищами, о которых слагали легенды. Проблема была только в том, что он не знал, как вернуться на поверхность. Теперь от него остались одни лишь кости, как и от тех, кто был до него. Там... Упс! Охотник на монстров. Есть дракоша убита, достижение можно записать. 12 концовок. Ну давай хотя бы еще 3 концовок мы с вами найдем, чтобы было гениально. Так... Сокровища, которые добыл дядя Алекс, так и не были найдены, но в память о нем легендарный меч сделали фамильной реликвией. Алекс с Машей, идя по стопам дяди, отправляется в новое приключение. О! Ну, наконец-то, хоть за мечом далеко идти не буду. О, господи, какой же я шкет, ебаный в рот, а. Ладно.
Меч не уже дали, можно идти наконец-то в эту сторону по-нормальному. О, 12%, кстати, пишет, прошел. Откроить ворота. Да ё-моё. Да ё-моё, ты охренел? Не. Трупы летают. Так, погнали. Ай! Слышь, гадина, блин. Так, кошковый крюк я беру. Беру. Он мне еще пригодится. Так, бомба, бомба. Мне нужна бомба, я думаю, нет. Так, как я прыгаю? Нормально прыгаю? Да, нормально. Почти нормально. Все, запрыгнул. Так, перепрыгивай. Сейчас. Че я подрезал, блин, идиота я кусок. Ладно, пофиг. Так, там бомба. Так, это же бомба, да? Я же могу положить, да? Сейчас проверю, да, это бомба. Так, бомба, да? Так, ложи бомбу и отходим. Отлично. Так, мне надо сюда сходить теперь. Так, а что я тут хочу сделать? Наверное, что-то прикольное, да? Так, подожди, здесь иди. Да ё-моё. Вот так я хочу сделать. Опа. Так, мост. Так, мост я себе сделал. А, спокойно. Так, сила без границ скрыта на вершине этого храма. Куда там повелитель тьмы не может дотянуться? Повелитель тьмы не может сюда дотянуться. В смысле, у меня еще бомба есть? Подожди, если у меня есть еще бомба, давай вниз. Я хочу кое-что сделать. А, не работает трючок. Так, а если я туда иду? Опа. Опа-на. Ай, ёб твою. В затопленные пещеры меня повело. Аккуратненько. Аккуратненько. Так, это еще что такое? Не, взрывчатка не вариант. А жаль. Допрыгнуть! Есть, усыпальница. Ё-моё. Я нашел могилы. Я нашел могилы. Так, покой только нам снится. Так, и чё я приперся сюда? Только снится нам покой, да? Блин. Ну и зачем я бомбу тогда взял? Я мог и по-другому туда добраться. Тьфу ты, блин. Время столько потратил, лишь бы обожануть. Понимаю. Так, ну это я все читал. Так, единственный плюс, что меч тут сразу есть. Так, мне пригодится, наверное, только меч. Все, я только меч беру. Только меч беру. И пошел тупо налево снова. А, направо. Какой налево? Не-не-не-не. Так, тебя не убивать. Прыгаем. А. Так, не трожь меня. Опа. Так. Стой. А зачем я это сделал? А куда я лез собрался? Ладно, полезай на гору. Подожди, что там было? Пушка? Там пушка. Ёб твою мать, только мне это мешает. А, вот для чего мне кошка-крюк нужен. А ну-ну. Да иди ты, сейчас я кошку-крюк возьму. Погоди. Погоди. У меня появилась идея новая. Так, беру кошку. А ну полезли. Да ё-моё. Так, это как сделать? Только грамотно. Опа. А, ты, блядь. Это еще про паркур называется к этому месту. Так, ладно, делаем так. Да ё-моё, спокой. Чё же я как пьяный ёжик? Прыгай давай. А, вот как, всё-всё-всё-всё-всё. Так, пушка, да? Полетели. В другую сторону. И зачем я сюда полетел? Ладно, тоже вариант. Так, торговая лавка. Там была пушка сразу к темному ворду, да? Влип мне пока что не надо. Это надо, наверное, с принцессой прийти.
Так, ладно, пока паркурин делаем. Давай, пока что делаем молодежное движение. Так, тут нечем цепляться. О, здорово. Так, ладно, сейчас. Так, зачистим территорию. Подожди. Мне кажется, что у него еще что-то есть. Это что за дырка? О, да, детка. Подсказку нашел. Ой, зачем я выпал? В смысле, у тебя магазин пуст? Не давай, не лялякай мне. Чё там? Ребята. Праздник жизни. Я знаю, что делать с этой боеголовкой. Эть, блин, я хрен залезу, походу. Эть. Так, я надеюсь, засуну... Ай, да! Файер! Огонь! Алекс Маршал устал возиться со стандартными подходами к приключениям и решил, что Повелитель Тьмы требует более прямого подхода. К уничтожению. Это было крайне эффективно. Удар с воздуха. Действительно. Боеголовка мне пригодилась. О, еще одна подсказка появилась. Так, бой, наверное, с дракошей все-таки только колесом к лесу. Так, еще одна подсказка связанная пришла. Надо сейчас его почитать будет. Алекс Маша не мог бездействовать, выяснил, что на восстановление крепости ушел всего лишь месяц. На этот раз он разберется с проблемой ее корни. Ну да, я обязательно разберусь с проблемой корня. Что за подсказка? Разогреться. А, это легко, это все подземелье можно сделать. Давай, как раз эти концовки сделаем, не надо только лопату взять. Блин, за лопату только лезть надо, ладно. Сейчас мы с тобой разогреемся, брат, дружок мой. Я походу знаю, как это сделать. Так. Разогреться это от дракона, походу, или в лаву прыгнуть. Но битва, 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 битва. Стой. Мы мимо не прошли. Конечно же, прошли. Там лопата же. Да, как раз то, что мне надо. Лопату бери. Так, мы идем к лаву покупаться. Пошли в лаву. Все, пошли в лаву. Так, это как мы это сделаем грамотно? Давай сюда. О, подсказка. Так, разогреться это лава, надеюсь. Прыгай. Прыгаем. Алекс Маша не рассчитал прыжок и упал прямиком в лаву. Он не хотел погибнуть таким образом, но он однозначно это заслужил. Да что ж меня так подпускает? Да, пол это лава. Я правильно понял, что надо в лаву прыгать. Так, на следующую концовку вывела меня подсказка. Это восьмая, по идее, надо смотреть. И еще одну концовочку сделать надо в этой серии. Алекс получил ожоги третьей степени, которые изуродовали его лицо. Но принцесса ведь сможет посмотреть на это сквозь пальцы. Давай, герой, жги. Ёбаный ты тролль, а. Так, подсказка. Животных кормить. Животных кормить. Не понял эту подсказку, ладно. Так, ладно, я сейчас хочу сделать быстренько, наверное, еще одну концовку. Это будет 15-я. Так, погнали, я получил меч легенд, так. Сейчас я кое-что хочу сделать. Надоело мне быть героем. Слышь, король, твоя власть говно. Иди-ка ты на тот свет, а, я поправлю за тебя. Все, я так решил. Да здравствует король Алекс! С окончанием срока предыдущего правителя королевство начало процветать. Ненадолго, потому что Алекс не один такой умный. Ох уж этот стражник. Ты смотри, не я один такой гений. Ну что ж, друзья, предлагаю на этом короле убийстве закончить эту серию. Если она вам сильно нравится, так же, как вы смотрите первую серию, то поддержите это видео с лайком, подпиской на канал и делитесь видео с друзьями. С вами был Алисбро. Желаю всего самого наилучшего. Увидимся уже с вами в других интересных приключениях. Всем до встречи и бай. Бай.